В Люберецком районе продолжаются проверки школ и детских садов на предмет готовности к новому учебному году. До 20 июля межведомственная комиссия проверит все общеобразовательные и дошкольные учреждения. На этот раз инспекция прошла в детском саду номер 56. Лето – это самое подходящее время для наведения порядка в дошкольном учреждении. Юные люберчане уезжают на каникулы, а у педагогов появляется возможность сделать все для того, чтобы в детском саду было комфортно. В первую очередь членам комиссии показали благоустройство территории, затем служебные и игровые помещения, качество и содержание которых сразу же отметила Виктория Бунтина. Если говорить о ремонтах, которые проведены, были заменены окна во многих группах, отремонтированы туалетные комнаты для детей. Ну и в целом вот проведены такие генеральные уборки. Что касается пищеблока, то в ближайшем будущем его ждет капитальный ремонт, потому как пока он не соответствует современному эстетическому виду. Но главное, что здесь строго соблюдены санитарные нормы. Члены инспекции коснулись и прачечной, которая их приятно удивила. Приемку этого учреждения прошло успешно, потому что все помещения, необходимые для работы, это спальни, это игровые помещения, это пищеблок, это прачечная, все буквально помещения подготовлены. Проведены необходимые косметические ремонты. Содержание образовательного плана и безопасность детей – самые важные составляющие деятельности образовательного учреждения. Их тоже проверила комиссия. Пожарной безопасности нужно приучать с детства. То, как ведется работа в этом направлении, узнали сотрудники пожарного надзора. Проверяется работоспособность систем противопожарной защиты, которые установлены на объекте. Это и система оповещения людей при пожаре, и автоматическая пожарная сигнализация. И также проверяется дублирование сигнала на пульт пожарной части без участия персонала. В этом году детский сад номер 56 празднует свой 30-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст учреждения, оно содержится на достойном уровне. А все благодаря трудам педагогов, родителей и муниципальной поддержке. Ни одна проверка не проходит бесследно, хотя бы потому, что можно сделать выводы, что хорошо, а что плохо. Результат этой проверки нам радостный. У нас нам обещали поставить новый забор, нам обещали сделать кухню, отремонтировать, и нам обещали... Вообще постепенный ремонт всех групп. Хотя мы стараемся, опять же, возвращаясь к сказанному, поддерживать все в достойном состоянии и ремонтируем пока все сами. Подобные мероприятия межведомственная комиссия Люберецкого района проводит ежедневно. Прием образовательных и дошкольных учреждений завершится 20 июля. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.